Всем привет! Сегодня 23 мая 2019 года. Купил вот такую паровую узкотопку за 5 рубликов. Поставил ведро, поверх ведра натянул старые колготки. Процесс идет. Мешок суши уже положил. Производитель данной воскотопки — город Стерлитамак. Кто будет брать такую воскотопку, обратите внимание на эти соединения. Я, конечно, не знал об этом, но оттуда просачивается вода. Прежде чем запускать, нужно хорошо просиликонить.